И мы продолжаем набирать очки, потому что трагедия в том, что наше влияние растет тогда, когда убивают людей. Это непостижимый народ. Он учится только, когда происходят трагедии. Без трагедии мы ничему не учимся. Но если должно быть так, значит, будет так. С каждой трагедией у нас больше сил и больше влияния. И с каждой трагедией все больше людей становятся нормальными. Не только сефардские евреи, не только те, кто всегда были нормальными, но и другие тоже становятся нормальными. Именно так. И вы должны сделать так, чтобы власть была у меня, а не у Кнессета. Я хочу править, я хочу спасти евреев от самих себя. Вы можете это сделать, и вы обязаны это сделать. Я собираю деньги не для Ешивы или какой-то организации. Если мы не придем к власти, не будет ни Ешив, ни организации, ни государства. Не дай Бог. Вот о чем идет речь, о спасении еврейского народа. Мы — надежда Израиля. И на митингах люди кричат «Только вы!» И они правы, только мы. Вот почему нас так ненавидит правительство, истеблишмент. Потому что они нас боятся. Они знают, что люди видят в нас истину.